Старт подготовительным работам к пляжному сезону дали, а вот как добраться до места отдыха, не подумали. Официальным пляжем в Ульяновске считается только один – центральный. На него можно попасть двумя путями. Первый – через речной порт. В этом случае придется сперва преодолеть сотню ступенек, а потом еще 20-30 минут идти пешком до пляжа. Есть и второй – спуск Степана Разина. Вот дорога, по которой люди добираются на центральный пляж. Ни о каком асфальте речи быть и не может. Кроме того, путь лежит через ЖД-пути, по которому ходить не только опасно, но и запрещено. Люди, которые приезжают отдохнуть на общественном транспорте, сперва должны миновать прямую угрозу жизни, крутую лестницу, а уже потом разместиться на пляже. С автолюбителями проще. Нужно всего лишь найти парковочное место. На всей территории установлены знаки «Стоянка запрещена», а по соседству – платная парковка. Тем не менее, пляж – излюбленное место отдыха горожан в жаркую погоду. Люди приходят сюда, несмотря на неудобства. Признаются, проблема доступности здесь не в новинку и хорошо знакома. Песок, грязь, пыль, сломанный асфальт. Просто боишься, что споткнешься, сломаешь ногу, вывихнешь. Открытый колодец. В общем, безобразие страшное. Ко мне, например, приезжали в прошлом году родственники. Мы прошли, мальчик сразу вывихнул ногу, а сломанный асфальт, вот он обрушился там. Ну и все, и весь отдых на смарку, уже больше идти не хочется. Сейчас на Центральном идет уборка мусорных контейнеров, расчистка пешеходных дорожек от песка, покраска мусорных урн и стендов. К открытию сезона будут работать спасатели и медработники. Сделаны, выполнены лабораторные исследования почвы, воды из питьевых фонтанчиков, из реки Волга на соответствие санитарно-эпидемиологических норм. То есть переданы пробы в лаборатории, то есть будут получены результаты, и на основании этих результатов будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Если заключение положительное, можно купаться. Для этого на пляже предусмотрены бассейны. К 1 июня их обещают расчистить от песка и мусора, а после менять воду каждую неделю. Для любителей плавания на открытой воде оборудован спуск. Спуск к Волге на первый взгляд кажется безопасным. Здесь заменены лестницы, напомню, ранее были бетонные плиты. Однако ступени, которые уходят под воду, покрыты мхом. Спускаясь, не мудрено покалечить себя, а то и хуже. Помимо центрального пляжа, в городе есть еще три места для летнего отдыха. Парк 40-летия в ЛКСМ на верхней террасе, котлован в поселке Борьба железнодорожного района и бывший Свияжский пляж. Последний пользуется особым спросом. Купаться здесь запрещено, однако таблички, уведомляющие об этом, пока нет. Отсутствуют и теневые навесы. К лету на территории обновят песок. А если количество людей не уменьшится, будут работать медики. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Управда ТВ.